с чего начинается акробатическая подготовка, это с того, что надо поставить правильную, хорошую позу, то есть рабочее положение тела гимнаста. Okay, the any tumbling you have to prepare it from good posture. Most important, start from the posture. Вот, и начинаем это из положения лежа, из партера в основном. So, the, you can make the posture, better start from lie down on the floor, when you can check the, any angles in the body. И первое, что требуем от них, прямой ровной линии, с натянутым положением рук, с прижатыми плечами к полу и с ровной поясницей. Okay, first of all, we want to see completely open shoulders, the flat back, and straight body as possible. То есть то положение, когда поясница прогнутая, неправильное. Ровное положение правильное. If you see the arch of the back, it's not good. You maybe need to think in different condition to help gymnast out. И как мы уже говорили вот на батуте, что основное движение прыжков это волнообразное движение. Поэтому с помощью следующих упражнений мы будем стараться вот эту волну приспосабливать. So when we talk about trampoline, we just obviously was agreed with Mikhail that when moment in takeoff your body doing like slightly wave. So this wave has to be adapt the tumbling. И первое упражнение, вот сейчас на Жене покажу, потом можно будет повторить. Мы разгибаем грудной отдел на прогиб на два счета. Раз, два, закрыли. И потом закрываем так же три. Okay. Теперь делаем непрерывно. В одну сторону два, в другую три, четыре. So we just lifting arms up. At the same time we do keeping chest open. And when the arms going down, we're making chest in. Ну и попробуем. Я сейчас посчитаю, тогда ребята подделают. Okay, we try to have a look. Let's go. Начали. One. One. Do the same, guys. Open the arms. Three, dish. No, no. One, two, three, four. Dish, 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 one, dish. Two, three. Arch. One. Dish, two, dish, dish on the chest. Yeah. Four. Then we're going arch. One, two. Dish. Okay, do yourself. Arch. Дальше уже будем разрабатывать. Yeah. Нижний отдел позвоночника больше будет преимущественно поясничный. Okay. То же самое будем поднимать ноги, разгибать таз, кладем и закрываем уже поясничный отдел поднимаем. Okay, next exercise we do focus about low back. So we lift the leg up, you have to arch, then you put down, it have to focus low back. Dish, yeah? Ну и соответственно делаем это подсчет. Do you understand? Okay. Два, do all together. Четыре, раз, one, two, three, four. Four. One, one, two, three, four. One, two, three, four. С помощью вот этих упражнений, но это соответственно их надо чуть-чуть побольше делать, так чтобы они уже привыкли к этому. Obviously, number repetition have to be increased week by week. То же самое на спине. Сначала выставляем прямую линию, так чтобы поясница была прижата к полу. Turn around to the back, please. And you have to look at the position when low back has to be touch the floor by low back. Руки положить тоже параллельно. Arms has to be touch the floor. Shoulders maximum open. Push down to your low back. Okay. Также здесь начинаем с грудного отдела, закрываем грудной отдел, okay. Разгибаемся в плечах. So now close chest in, much as possible, okay, and open. Начали. And one. Open, yeah. Two, three, four. Focus. One, two, two, three, four. One, go, go, dish. Two, open shoulders. Three, yeah. Four. One. Low back. Three, four. Замечательно. Дальше то же самое, поясничный отдел, закрываемся, поясница, поднимаем ноги, опускаем и поднимаем только таз, okay. Спина прижата. Next exercise to focus on middle body, so lifting your feet up, low back extremely pressed down, then you just keeps open, not to, слишком высоко, да, он поднял? Насколько может, разгибает, колени только okay. Не сгибает. So hips push open, just make sure you're not using your knees, legs always straight. Здесь небольшое уточнение вот сделаю. Просто есть ошибки, когда поднимают ноги, сгибаются в тазу. Расслабься, Жень. Вот так, когда сгиб в тазу, это ошибка.
То есть стараемся вместе с тазом приподняться, именно в пояснице, чтобы было закрывание. So it's a common mistake when people lift your leg up, they making hips close. So you have to make sure hips opens still when you lifting leg up. Хорошо, дальше поворот на живот. Okay, point. Do you understand, guys? Okay. Hips up, hips. Don't panic, don't panic. No. It's hips. Yeah, this position. And down. Guys, so that's you see body wave, so nothing to explain. Obviously, guys, have a look. So, can you try, guys? Come on. Challenge. Здесь обратите внимание, чем плавнее вот эта волна будет, тем лучше. Такое ощущение, как будто вот под вами что-то проезжает. Вот вы не должны этого касаться. So he just said, the gymnast must feel something sliding on the body, and gymnast try to avoid this shape. Yeah, that's good. Yeah, hold on. Вот, хорошо будет. Come on, one more. Поворот на спину дальше, ребята. Okay, turn around to your back, please. То же самое на спине, только надо будет делать и вперед, и вниз. So with similar exercise, only lying on the back. Watch. Yeah, and can you move a little forward? Can you push a bit? You have to stretch forward towards me. Yeah. Здесь вот стараемся прям по одному позвонку перекладывать на пол. Не прямую спину, потом таз, а? Чем плавнее, тем лучше. Okay, slightly better if you just... В обе стороны уже не делаем. Okay. Alright. Хорошо. Very good. Please turn over to the stomach. Мы чуть-чуть попозже, когда у нас будет разминка, чуть поподробнее уже все, побольше поделаем это. Сейчас только покажем. So at this moment we're just going to explain. I think practice this exercise we can do later a little bit on warm up. А дальше также на 4 счета, 2 счета вверх, 2 счета вниз, будем выполнять упражнение лодочки. Okay. Now we do back arches in 1-2. For lift the arms and legs at the same time. Да, yes. На два счета. 1, 2. 2. Up. 3, 4. 3, 4 down. Okay. Приготовились. 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Can you do arch a little more your back? 1. Ruben, lift your legs, Mitro. Oh. Yes, yes, hold on. 1, 2. Good effort, hold on. Okay, turn over to the back, please. И точно так же на спине закрываемся лодочку. Два счета вверх, два вниз. So start with dish. 1, 2, 3, 4, open. Go. Начали. 1, 2, 3, 4. Okay, again. 1, 2, 3. Low back. Keep pressure on the floor by low back. 2, 3, 4. 1, 2, 3. Замечательно. Вот very good. С помощью вот этих движений у нас вся дальше курбетная будет подготовка. И вот эти лодочки, переход из разогнутой лодочки в закрытую. То есть на этом основаны все наши курбет-акробатики. So now you would see this shape during the acrobatics preparations, particularly when you're just doing handstand, snap down, or donkey kick, or courbette, whatever people say. So you will see the same action. So or flick, whip, so lots of. И прежде чем мы будем их делать на большой скорости на твердых дорожках жестких, нам нужно подготовить тело и прокачать это именно физически, эти лодочки. Okay, before coach asked the gymnast to do in fast motion any big exercises, so gymnast must be able to do in slow motion to understand every muscle in the body. When it gets better, then we can ask a little bit faster. Это упражнение они могут делать как с помощью тренера, так и сами друг другу. It's just say you could assist to your gymnast, or they can do without support to do. It's quite simple. Вот, мы его обычно делаем на более высоком положении, например, на теле коня или на бревне. Ну, просто сейчас. Okay, so would be better if you use something higher, for example, maybe pommel horse or even beam a little bit higher. This quite, for example. Все. Pelo. Первое положение это ровное положение тела. Okay. Мы поднимаемся до лодочки. Повыше. И опускаемся вниз. Закрываемся, okay. Круглую спину показываем. It's very simple, but most important to have perfect shape from each position.
И так их делаем около 20-25 раз. About 20-25.